В Рубцовске промышленные руины активно превращают в полигон. На территории бывшего Алтайского тракторного завода неизвестные складируют строительный и бытовой мусор. Остатки еды активно привлекают воронье и крыс. Люди выкидывают мешки и пакеты, где им захочется. В итоге свалка уже занимает несколько гектаров. Окружают ее стены бывшего тракторного завода. Поэтому многие горожане о существовании под боком образовавшегося полигона узнают по запаху. Как объяснили в администрации Рубцовска, ликвидировать свалку должны собственники тех земельных участков, на чьей территории лежит мусор. После банкротства АТЗ территорию разделили между несколькими покупателями. Правда, кто владельцы, неизвестно. Их сейчас пытаются установить специалисты городского комитета по имуществу. А между тем, еще в феврале Рубцовский городской суд вынес предписание мэрии о ликвидации свалки. Но за полгода ситуация не изменилась. В феврале месяце уже бюджет был утвержден, и возможности изменить бюджет и направить данные средства, дополнительные средства на именно вот проведение этих работ не имелось возможности. То есть сейчас при формировании бюджета следующего года будем рассматривать.